Всем привет! Сегодня рассмотрим солнечную батарею Polycrystal 30 Вт производства Германии. Тот же самый алюминиевый профиль, та же подложка. Солнечные элементы, кстати, пиленные 6х6. Так кто не знает просто. Вот китайцы такие же продают, такого же плана. В принципе, из Германии я такие же заказывал. Как я уже ранее говорил, оборудование похоже, у них одинаковое. На задней стороне у нас коробка такого же плана, как на слабой версии панели, то есть без проводов. Также имеется один диод, это защита у нас. Также рекомендую сюда поставить еще один диод по плюсу, либо по минусу. Характеристики у нас 30 Вт. Ток рабочий заряда 1,67, напряжение 18 вольт, рабочая заряда, ток КЗ 1,83, напряжение холостого 21,6 вольт. Так, ну первым делом проверим на ток КЗ. Кстати, она из трех линеек состоит, полностью квадратная. Так, размеры там. Да, 545 на 515, считай, квадрат. Так, сейчас подключим. Ток КЗ составляет 1,90. Сейчас вытащу его. Можно, кстати, угол поставить другой. Сейчас. Так. Вот я поставил другой угол. Как видим, выдает 2 ампера. 2,05 максимально. И теперь еще раз посмотрим. Ток КЗ у нас должен быть 1,83. Тут ток КЗ завышен. Считай 0,2 ампера. Поэтому вот эта вот батарея, я считаю, с Polycrystal может даже потягаться. По мощности она получается не 30 Вт, а около 40. Мощности ее уже хватит для зарядки ноутбука, причем в рабочем режиме. То есть можно на ноутбуке работать и заряжать при помощи DC-DC конвертера. Больше, я считаю, проверять нечего. Напряжение, ну, можно проверить, но смысла в этом не вижу. Давайте посмотрим напряжение, какое у нас будет. Напряжение тут сильной роли не играет, тут играет все ток. Так, сейчас, секунду. Напряжение зашкаливает. И составляет 20 вольт ровно. Будем проводить тест на лампочку 55 Вт. Вот лампочка начала немножко. Так, что я рукой заслонил. То есть там у нас появляется как бы небольшой накал. То есть уже что-то. То есть для зарядки аккумуляторов подходит идеально. На этом я считаю тест 30-ваттной батареи законченным. Батарея даже в плюсе идет по характеристикам, нежели заявленным производителем.